Опачки! Сеня! Ты чего это? Сень! Привет! Арсений! Арсений, не бойся, маленький! Я не буду тебя гладить! Нет! Ты бояка! Ну это здорово, что ты вышел на улицу! Сень! Сень! Ага, этот еще и прыгнет! Все! Смотрите, это Арсений, надо тебя сфоткать! Сенечка, чему красавчик такой? Ой, красавчик, ты у нас такой особенный. Гляньте, скажите, на других не похож, а? Не такой. Они все разные. Сень. А это мой... Тихо, Сень, ты чего с перепугу на ёжика бросаешься? Ёжик мой сладенький. Привет, малыш. Сейчас мама вам кушать даст. Кушать тоже вам даст. Дай глазку вытру. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Сень, я тебя не трогаю, малышек мой. А, колечки мама тут понацепила, да? Ах, она какая мама. Скажи, ну-ка, мама, снимай. Одно для Миры, одно для Майи. Снимай, скажи, свои колечки. Ты смотри, какая деловая. Вот там, гля. Сейчас снимет же. Ты сладкий носулик. Мой носик. Ты носик? Тихо, Сень, не надо. Еще на чехле енот. Сеня вообще в недоумении. Скажи, мать, у тебя в руках масенький енотик? Нет, я тебя не трогаю, малыш. Сенечка. Сеня. Ну, ты чего, сладкий мой. Я очень рада тебя видеть, что ты спишь не в домике, а на улице. Это круто. Это круто, да. Я ёзыка. Ёзыка можно потрогать? А у меня, походу, не такая быстрая реакция. Чтобы тебя спасти. Кусик, в чем дело, Маш? Люля, ты можно я хоть куда-нибудь схожу без тебя? А? Люль, ты что, виноград тут железный кусаешь, что ли? Эта Люля не дает маме никуда сходить. Сейчас вот это будем привязывать обратно. Господи, Нэнси орет по 3 раза на день. На нее кто-нибудь наступит, кто-нибудь дотронется, она орет, как будто ее там убивают. Мира, ну что такое? Что случилось? Ты что, маму не узнала? Все, я иду убираться и накладывать вам вкусняшек. Да, Славик? Славик говорит, мать, можешь не убираться, вкусняшек накладывай. Говорит, побойся. Ой, наконец написали эти по колесам. Выслали с деком колеса, короче, вот такие 2 колеса, я уже говорила, мы заказали. Потому что вот это вот говно фирмы Домма. Ну реально, просто одноразовый ширпотреб. Вот. Одноразовый. Я не знаю. Вот, все, оно отваливается, разваливается. Вот, просто-напросто. Отдать, блин, 10-12 тысяч. Опачки. Мишаня, не сметь. Не смей, Миша, ну не надо. Мишка. Ля, сейчас хвост оторвется у этого Мишки. Вот, пожалуйста. Не все друг с другом дружат. Люлька просто мажорика. Че ты свой костыль высунул? Костылечек свой высунул. Мишань. Смотрите, не хватает дальше. Видите? Она может с ними подружиться. Могут принять, но могут не все принять. Глянь, ей пофигу вообще на всех. Просто пофигу еноту на всех. Спускается такая сама себе приятная деловушечка, колбасюшечка. Мамина, мамина, мамина. Сейчас бусенок приедет, он тебе навтыкает тут сладкой жизни. Хотя, Юля, скажи, кто кому навтыкает, да? Все, Мишка пошел. Кусать ее не стал. Снимай ее за шкуру, Энзо. Энзо, за шкуру ее давай. А садится рядом, говорит, прыгай, Люль. Поехали кататься. Поехали кататься, говорит. Давай, снимай ее. Вот так. Энзо. Ты Энзо? Ты знаешь, что ты Энзо, да? Бестолковка моя любимая. Глянь. Мишаня. Что она такая дерзкая, аж не знает, как наехать на нее.